Пруфы у меня есть. Нифига себе, могло на башку мне упасть. Но, видимо, Бог решил, как бы, что-то он мне предупреждение дал, Бог. Так бы мне на башку упало, и я бы совсем стал дурачком еще большим. Ну, короче, благослови Господь Светлану Раут, Тамерлан Улиев, которая взяла себе ник поработителя и угнетателя русского народа, которым насиловал русский народ, русских женщин. Убивал, там, сжигал все, уничтожал детей, женщин убивал в рабство, а мужчин убивал и детей в рабство. Как бы, добрая ты, Тамерлан Али, под ник твой добрый, Светлана Раут, ты добрая. Благослови тебя, Господь. Вот крест Иисуса Христа. Спасибо, что сделала мне язву желудка. Пруф, что у меня язва желудка, я выложу. Ты, конечно же, ты внутри себя будешь отрицать, что это ты виновата. И слава Модин. Но вот именно после того, как ты на меня напала, у меня язва желудка и появилась. Раньше никогда не было. И никаких микробов у меня нету. Только из-за стресса. Там проверяли. Сказали, микробов нет никаких. Только из-за стресса это возникло. Бог тебе, Бог вам, судья, на все Бог. Я не держу на вас зла, ни на кого. Мне вообще есть нечего. Я не стану, короче, когда у меня не будет таблеток, когда я сойду с ума, искать вас там, мстить вам. Не стану, я не хочу. Я просто я хочу заниматься просто музыкой, творчеством, рисованием и все. Простите, что я сказал тогда негативное что-то в сердцах. Я дурачок. Ну да, я отмазываюсь, но я реально дурачок, у меня справка есть. Как бы я это не просто отмазки, я могу и справку показать. Просто по законодательству я не обязан. Я даже не должен никому показывать справку в своем психическом состоянии. Согласно законодательству, это статья, как бы, вообще-то. Если, например, кто-то расскажет, то это статья о разглашении врачебной тайны, там, вот. А если какая-то болезнь, типа, физическая, там, язва желудка, то это, в принципе, не статья, это просто можно рассказать, это ничего. А вот психическое, если что-то, что дурачок, там, это статья есть такая за разглашение. Поэтому я не буду показывать справку, но я дурачок, как бы. То есть, не как бы, а реально. Убогий дурачок. Ну, прости, что я так сказал такое. Спасибо тебе, Слава, что ты подставил меня. И еще раз подставил, умолчав, что она вынашивает месть. Спасибо, что ты вынашивала целый год месть и делал всякие черные ритуалы, проводила, может быть, у тебя мои волосы, ты мне как-то волосы стрила. При помощи разных методов ты в черной магии там занимаешься. Спасибо тебе. Да прости, да, как бы Бог с тобой, Бог с вами. Как бы я останусь дурачком, эта ситуация меня ничему не научит. Я как был дурачком, так и останусь. Ну, вы порадуйтесь хоть, что причинили мне боль физическую прям. В карточке и вообще в записи все эти, все по поводу язвы желудка я выложу публично. Пруфы. Именно тот год, именно тот месяц, когда это вот произошло, я слег в больницу. Там написано, что никаких микробов нет, что из-за стресса, который вы мне причинили. Мой друг детства хороший. И Тамерлан Али, Света Раут. Ну ладно, пофиг, больше я не буду вас вспоминать никогда. Можете еще меня избить, можете еще на меня словесно напасть или проклясть там меня как-то. Или подождать меня где-нибудь резко, напасть на меня как-то. Или что-нибудь напугать меня, запугать. У меня хрупкая нервная система.
Вам нравится, наверное, это. Пожалуйста, делайте все, что угодно, ради бога. Вам нравится садистски причинять боль? Тебе нравится садистски причинять боль кому-то? Наверное, я не знаю. Я так и остался дурачком, к сожалению. Виновата моя глупость. И то, что я злой. То, что я негативизм. Сказал какую-то херню. Слава разболтнул. Слава тебе рассказал это. И еще потом он меня подставил тем, что в гости пригласил. И ты меня поджидала. И ты сказала специально, чтобы он подговорил его. Вина на вас есть, да видит Бог. Но я кто такой, чтобы судить вас? Только Бог все видит. Бог все, каждый шаг, каждый волосок просчитал. Волосок, который ты сжигала там и приговаривала. Мои волосы сжигала и приговаривала, чтобы у меня проклятие было. Так и случилось. Твоя черная магия действительно действует. Можешь порадоваться успеху. Можешь еще кому-нибудь отомстить врагам своим. Можешь мне еще больше вреда причинить. Наслать на меня черную магию, там все такое. Пожалуйста. Бог. Пусть будет так, как захочешь. Мне не важно. Пусть я умру даже раньше, чем требуется. Пусть убей меня черной магией, Тамерлан Али. Быстрее, быстрее перед Богом пристану, может быть, я в аду окажусь, скорее всего. Может быть, то, что ты меня убьешь, не будет такого уж греха на мне, если... ну хотя ты можешь меня до самоубийства довести. Типа, проклятие сделать, чтобы я до самоубийства себя довел, и поэтому меня в ад отправят. Ну, сделай так. Все в твоих руках, ты всемогущая, ты богиня. А я... Убогий, Тихон. Я без сарказма говорю, реально. Сейчас я к бабушке зайду, возьму ключ, поем, и затем уйду из дома, потому что маме на глаза не попадаться, хоть она убедилась, что я устроился на работу дворником. Хотя бабушка позвонила и сказала, что как бы это опасно, работать дворником. Но она не так сказала, но имела в виду, что опасно. Что это опасно после операции, потому что она сама операцию перенесла, и она не работала какое-то время, потому что после операции нельзя. Просто мне серьезно, под серьезным наркозом капитальным делали, резали там все через рот, кисту вырезали, эти хрящ там вырезали, и внутри, тоже пруфы предоставлю все, документацию. Ладно, в общем, всех врагов, кто мне что-то причинил, у меня, я прощаю всех хейтеров. Вы молодцы, желаю вам всего хорошего. Главное, что я сейчас, моя бабушка жива. Может, ты мою бабушку, моих родителей проклянешь еще, кстати, Светлана Раут. Мне будет от этого тоже больно, очень больнее даже всего. Пожалуйста, делайте, что хотите. На все, я не заставляю вас, но если вы хотите, можете что угодно делать со мной. На все Бог. Все есть Бог. Ладно.